Баба Нина, знаменитая ясновидящая. Слепая бабушка из небольшого села обладает невероятными способностями. Она заговаривает амулеты, ношение которых приводит к богатству и финансовой независимости. Делает она это практически безвозмездно, сотрудничая с посредниками из онлайн-магазина. Покупка такого амулета решит денежные проблемы, обеспечит карьерный рост, поспособствует успехам во всем и защитит от проблем. А еще и отзывы какие. Люди были на грани бедности, сводили концы с концами, а с амулетом получили возможность отдыхать в Турции почти каждый месяц. И все это можно купить всего за 990 рублей по акции вместо 2000. Именно в тот вечер мне очень интересно стала вся вот эта вот схема развода, каким образом они мне это доставят. И самое главное, как выглядит этот амулет от этой бабы Нины. Ну я на вашем сайте нашел репортаж, и я его посмотрел, вот который 1.5 минуты. А, поймите, что я, ну как бы студент, вот у меня там 1500 стипендий в месяц, как раз таки я одну из этих месячных стипендий и вот трачу на, скажем так, свое последнее спасение, потому что никакие подработки там не помогают, все остальное тоже. Проходят обряды, как я сказал, и он должен работать. А баба Нина-то где живет конкретно? Именно о месте, где живет баба Нина, тщательно у нас скрывается. Это был робкий молодой парень, который, видимо, только что прочитал книжку или статью в интернете о том, как впаривать дополнительные услуги в тот момент, когда ваш клиент купил что-то одно. Не так же с амулетом чаще всего у нас приобретают обереги от бабы Нины. Это ремешок для амулета. Также есть красная нить из Иерусалима. Ну, знаете, у меня красная нить уже есть, в принципе, из Израиля. Вот мне привозили родственники. Желаете добавить дополнительную защиту? Не. У вас есть, конечно же, прекрасная возможность приобрести популярные обереги по особенной цене. Лично от себя я порекомендовал вам приобрести ремешок. Что скажете? Добавим? Мне вот амулета пока хватит, и я там уже стану постоянным клиентом, я думаю, если все будет работать. И уже там сделаем заказ. Представительство этой компании находится в Новосибирске, ну и, собственно, я вот заказал этот амулет. На следующий день мне прислали трек-номер моего заказа, причем сразу же я даже усомнился в том, как баба Нина смогла успеть наколдовать мой амулет. И также не забывать, что один раз в месяц необходимо его очищать и подзаряжать новой энергией. Нет, то есть он как заряжается там? Нет, вы о чем? Нет, конечно. Да. Я просто... Я долго не забирал посылку, так как был в разъездах, и на мои телефоны стали приходить реальные угрозы. В связи с невыкупом заказного товара, юридический отдел подготовил ваши данные для передачи в суд. Срочно заберите посылку в течение 2 дней во избежание штрафа. Кстати, мне они еще позвонили и сказали о том, что положили вовнутрь какой-то специальный дополнительный бесплатный подарок. Акции — это всегда очень классно. Ну что, какая у нас комплектация замечательной штуки? Сам амулет в пакетике от бабы Нины намоленный. И подарок. А где мой подарок? Я не могу понять. Сказали, что он будет внутри, но я уже наизнанку вывернул пакет, подарка нет. Почти 1500 рублей. Если это не будет работать и не начнет мне приносить деньги, это будет просто ужасно. Вот такой амулет, я вам так скажу, это даже не металл. В основании этой штуки легкий и дешевый пластик. Дорогой амулет 4276 42002561 9403. Если мне на карточку не упадут какие-либо случайные деньги с небес от слепой бабы Нины, хотя бы кэшбэком вернется сколько-нибудь с этой посылки, то я просто разочаруюсь в данной компании. Ну и последний вопрос. Ну, то есть баба Нина, она... Ну, а вот зачем она так, ну, это всем помогает-то? Просто любит помогать. Я читал просто, что ей там угли вот кинул мальчик когда-то в детстве в глаза. Угу. Ну, то есть она таким... Ну, благородная, я типа поэтому и решил. Я ее буду носить на шее в течение целого дня, и завтра к вечеру, если мне никаких случайных легких денег с небес не упадет, мы попробуем позвонить в эту компанию, если она еще работает, и потребовать возврат этого товара в связи с браком и его неработоспособностью. Конечно, я уверен, что мы будем посланы куда подальше, но тем не менее. Вы оставляли заявку на приобретение амулета от бабы Нины, верно? Да, дело в том, что я его приобрел, вот недавно мне его привезли, я просто хотел сказать, что что-то он не работает, нифига, вот, и это, как вернуть-то его обратно, чтобы деньги вернули по закону? Амулет от бабы Нины — это индивидуальная вещь, и он начинает работать не сразу.
Ну, уже вот 2 недели, я наоборот, все хуже. Деньги, ну, пропали, там, подорожение, вот, и все такое. Как-то, знаете, как будто еще хуже стало. Я бы хотел вернуть, как бы, последний отдал, а в итоге, получается, еще и встрял, понимаете. Написано, что он с первых минут вас там на сайте должен приносить, если в него верить. Я в него верил по максимуму. Нужное средство, которое вы оплатили, Денис, они же ведь ушли на материал для того, чтобы... Ну, может, мне что-то надо для него докупить еще, я не знаю, там, какие-то дополнения, если есть. Ничего приобретать не нужно, просто надо немножко подождать. Я уверена, все будет хорошо. Ну, главное, что он точно будет работать. Да, конечно, в этом можете даже не сомневаться. Не, ну, а я сам напрямую могу, может, она мне что скажет, или там что-то сделает еще, чтобы он дополнительно побыстрее деньги мне принес. Может быть, ну, номер ее телефона, там, ММС, имейл. Она живет в маленькой деревне в Кировской области, ну, и в особых случаях она только предлагает приехать к ней на личный прием. Все равно он начнет работать. На удивление, она даже не стала меня накручивать ничем. То есть там, типа, говорить еще нужно приобрести, значит, специальный кейс для этой штуки, там, еще что-то. Это было, на самом деле, приятно, слушай, даже прям мошенникам какой-то плюс в карму, хочется сказать. Если мы соберем 10 тысяч лайков, то я еще проверю всякие вот эти вот лохотронные сайты с доставками разных товаров и посмотрим систему развода. Отличается она от Бабы Нины или не отличается? Ибо себестоимость этой пластиковой хрени, ну, я не знаю, 50 рублей максимум. Не забывайте подписаться на мой инстаграм, есть ссылка в описании, я его стараюсь активно развивать. В общем, вся активность зависит только от вас. Ну, а я пошел дальше намаливать свой амулет от слепой, но талантливой. Разводили. Бабы Нины. Пока. Давай.